Мигранты. Отдельная тема нашей работы. Тревожная статистика по миграции. Она увеличилась на много позиций в 2022 году. Я по памяти скажу, не заглядывая в конспект, у нас по итогам 2022 года находилось 14,5 миллиона мигрантов. Такая цифра? Да. В 2021 году 12 миллионов, в 2022 году 14,5 миллионов, то есть количество мигрантов увеличивается. И резко увеличивается число тяжких преступлений, совершенных мигрантов. Было 11 тысяч в 2021, в 2022 – 15 тысяч. Убийств на 18% стало больше. Проявляется больше всего в крупных городах. И в комментариях, которые я стараюсь читать в наших сетях Следственного комитета, вот такая идея высказывается людьми. Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, обратно к себе на родину. На родину, да, лишить гражданства. Да, отдельная тема, конечно, коррумпированность некоторых должностных лиц МВД. Миграционной службы. Миграционной службы при получении патента, оформлении гражданства. И многие жалуются на то, что наши соотечественники из-за рубежа, которые сегодня возвращаются на родину, с большим трудом получают гражданство, чем мигранты из Средней Азии. Нормальные люди нам тоже об этом пишут, сталкиваются с такими проблемами, что вот они не могут быстро, оперативно получить гражданство. Хотя хотят, и они достойные люди, там многодетные семьи приезжают и так далее. Мы реагируем на это, вносим предложение руководству, занимаемся коррупцией в рядах вот этих подразделений, о которых мы говорим и так дальше.